так, они вроде бодряком. Петр, в этом. Поле. Я не хочу сниматься. Вот, блин, я уже каждый раз. Да? Говорю. Тебя не видно. Я сделаю спецэффект. Я в сером сделаю. А что такого? Ну, ты... Мне не хочется быть на Ютубе, быть в ВКонтакте вот где-нибудь. Ну не хочется. Вот за камерой я могу, в камере я не хочу. Мне не по себе быть. Так. Ты стесняешься? Возможно. Блин, меня это не волнует. Тебе хочешь, такой ответ. Переборись, ты можешь себя перебороть? Я не хочу. Почему? Не хочу. Если мы репетируем, а это нам всем видимость. Как вот, сколько раз было такое, да, что человек, вот, допустим, Стасян, новый приходит, ему надо очень быстро среагировать. Я показываю схему из трех человек, схему из четырех. Его показывают для себя, а не в общественном доме. Ну, вот так получается. Ну, как так получается? Можно же скинуть там чисто, чтобы записи для друзей. Да? Я так не... Я так не хочу. Я так не умею. И не умею, и не хочу. Перебори, пожалуйста. Это все равно не видно, что ты Я столько роликов с собой видел, и ты не говоришь. Я делал так, типа, вот Стасян сегодня гончарами не знал. Я сделал черно-белым этом, и тебя не будет видно. Давай, не ссыпь. Ну, давай, туда сыграешь. Пойдем, хорошо. Сиденье вообще не дотрагивайся. Лучше пойдем с нами покрутим. А пойдем-ка с нами. Да, нам не хватает четвертого человека.